В Иванове прошел третий областной форум территориального общественного самоуправления. В Центре культуры и отдыха собрались представители ТОСов. Сейчас на территории региона зарегистрировано 177 таких объединений. В них входят активные, неравнодушные люди, которые вместе со своими соседями занимаются благоустройством и патриотическим воспитанием молодежи. Некоторые из вас мы уже встречались. Сразу видно, где ТОС активный, где удалось людей социализировать. Там дворики делаются, и активные люди участвуют в таких программах, гранты получают. Нам не удается решать текущие проблемы в сфере ЖКХ, которая, вы знаете, у нас непростая, с вами много еще предстоит сделать, внести порядок. Там, где ТОСы активные, там все-таки эти проблемы в основном удается решить. В этом году Совет муниципальных образований Ивановской области впервые провел региональный конкурс на лучший проект, реализованный ТОСами. Победители получили дипломы и денежные гранты. За первое место 20 тысяч, 15 за второе и 10 тысяч за третье место. В числе лучших у нас оказались ТОС из города Иваново, оказались ТОСы города Кинешмы. Дипломантами являются ТОС и Комсомольского района, являются Вичуга, также Кинешма. Но мне бы хотелось сказать, что первое место заняла в этом году Южа. Южское городское поселение представило свой проект по созданию спортивно-тренировочной площадки для дрессировки собак. Это вообще как-то интересно, эта проблема всегда звучит, и вот они молодцы. Также во время форума наградили победителей еще одного конкурса. Жюри определило лучшего руководителя территориального общественного самоуправления. Стелла Киселева оказалась в числе победителей, хотя ее ТОС «Пятачок» был создан только в этом году. Проблемы-то одинаковые, но решать их, может быть, неординарно надо. Не опускать руки, даже если это что-то не получается. Не опускать руки, идти дальше, вперед, и всегда все получится. Цель форума территориальных общественных самоуправлений – утверждение концепции развития ТОСов региона на ближайшие 5 лет. За опытом работы на форум приехали гости из Ярославля и Владимира. И если обычно мы заимствуем опыт у соседей, то в вопросах территориального общественного самоуправления Ивановской области есть чем поделиться. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.